родители. С вами по-прежнему я, Анастасия Цуркановская. Я надеюсь, что вы, несмотря на карантин, не теряете бодрость духа и регулярно делаете зарядку. Дорогие мои, давайте мыть руки и беречь свое здоровье. Сегодня мы с вами будем делать интересный проект. Этот проект практически из ничего. Вам понадобится обычный коробочный картон, ну и еще кое-какие мелочи. Об этом попозже в видео. Посмотрите, какие они забавные и веселые. Плюс еще их крылья могут двигаться. Приятного вам просмотра и творите вместе с нами. Для создания шаблона вам необходим картон, ножницы, карандаш, линейка, два круглых предмета или циркуль. У меня не было циркуля, я взяла банку диаметром 10 сантиметров и линейкой прочертила на 20 сантиметров вниз линии. Обвела банку еще раз, это будут крылья. Дважды обвела рюмочку диаметром 4,5 сантиметра, это будут глазки. Если я хочу сделать ушастую сову, то я провожу линию выше круга, которую нарисовала. Опять же прикладываю банку и добавляю ушки. Теперь можно вырезать. Для того, чтобы сделать округлую часть у крылышка, я прикладываю ту же рюмочку, которая рисовала глазки, и добавляю округлую часть, так как я делаю это на видео. Можно вырезать. Готово. Для создания пенька мне необходимо две полоски шириной по 6 сантиметров. Вырезаю. Теперь накручиваю каждую из этих полосок на карандаш. Наношу клей. Скручиваю. И фиксирую при помощи резинки для волос. Вы можете добавлять столько полосок, сколько необходимо для того, чтобы достигнуть ширину пенька, на котором будет стоять ваша сова. Приступаю к раскрашиванию совы. Мне понадобится палитры, кисти, губки, ватная палочка, фломастер и старая зубная щетка и акриловые краски. Раскрашиваю глаза, плотным слоем наношу желтую краску. Теперь раскрашу тело. Постукивающими движениями губкой наношу краску, но не плотно, оставляя промежутки. Со второй краской поступаю точно так же. Для каждого цвета использую свою губку. Теперь хочу нанести контрастный рисунок. В нижней части тела совы и ее крылышков я наношу контрастный рисунок. Делаю это совершенно разными инструментами. И кисточкой, и ватной палочкой, и крышечкой от фломастера. Вы можете наносить любой рисунок, который пожелаете, использовать совершенно разные инструменты для этого, а также разные материалы. Используйте цветные карандаши, блестки, пайетки, стразы, все, что вашей душе угодно. Вуаля, все готово. Теперь раскрашиваю глаза. Хочу сделать большие крупные зрачки у совы. Для этого обвожу круглый предмет, у меня это крышечка от клея карандаша. Раскрашиваю черной акриловой краской полученный кружочек. Посмотрите, как меняется выражение совы. Приклеиваю глазки. А теперь нужно добавить блики. Делаю две точечки и рисую блики прикладыванием трубочки. Причесываю сову полусухой кисточкой, на которую нанесла краску. То же самое делаю и с крылышками. Для клюва беру фисташковую скорлупку. Покрываю ее красной краской. Затем занимаюсь бревнышком. Окрашиваю его тоже постукивающими движениями. Слегка прохожусь по нему белой краской. Приклеиваю клюв. А теперь пришиваю крылья. Посмотрите, что я делаю. Я складываю ниточку вдвое,
На конце у меня получилась петля, а с другой стороны два конца я сразу же вставляю в игольное ушко. Вот так. Теперь беру пуговку, продеваю иголку и вхожу иголкой в полученное ушко. Вот так. Теперь пришиваю пуговицу к крылу. Как вы видите, прикладываю крыло и пришиваю его к телу совы. Делаю сзади узелочек. Вот так. Вуаля! Крылья на месте. Теперь необходимо вставить два кусочка шпажки в полость гофрокартона. Фиксирую при помощи клея эти палочки. Вот и вторая ушастая сова. Готовую поделку я украсила листиками. Если вам понравился сегодняшний проект, ставьте палец вверх. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Пишите нам на сайт ЧОТН или лично мне. Спасибо вам за просмотр и пока-пока!